Осенний день не предвещал беды никто. Было все в плановом режиме, как обычно. Учение в Норильске все по маслу шло. Сентябрьский день, он выглядел привычно. Волнение вдруг, и все пошло не так, как было. Вдруг оператор оступился и сорвался. Секунда, две, волна его накрыла. Но сам командующий вмиг не растерялся. И с высоты, спасая чью-то жизнь, однако, забыв про чин и министерские дела, спасая человека по долгу службы свята, судьба спасти утопшего здесь шансов не дала. И думай ни о чем спасать, если решился. Секунды на спасение подавно все равно. Спасая жизнь другого, об выступ сам разбился. Геройски поступая по совести его. Ужасная трагедия довольно притупляет. Теряем мы невольно с честною душой людей. Долг офицера так-то так же поступает. Без всякого сомнения, без всяческих страстей. Долг каждого спасателя по праву дело свято. Такая их работа, им выпадает честь. И жизнью рисковать приходится немало. Спасибо за их подвиг, спасибо МЧС. И несмотря на должность, на звание, на погоны, такие с честью люди во имя не идей. Спасая жизнь другую, тут не нужны законы. Скорее честь и совесть в спасении людей. Да будет память светлой и вечной, так же будет, Евгений Николаевич. От нас большой поклон. Россия-мать вас ценит и вас не позабудет. Спасибо за ваш подвиг, наполненный добром. Спасибо.